Всем привет, это Сами с Усами обзоры. На этом канале будут все покупочки Сами с Усами с барахолки. Это не обязательно будут машинки. Это также могут быть разнообразные игрушки. К примеру, вот этот прикольный, очень крутейший дракон. Он подвижный. Частенько попадаются такие всякие приколюхи, которые здесь будут показаны именно на этом канале. Также будут старперские машины, которые можно в дальнейшем круто переделать и сделать из них прикольные хот-роды, ретроды и всякие развалюхи. Так что подписываемся на канал. Ну а теперь давайте приступим к изготовлению кресла. Поехали! Вот у меня опять же есть эскиз. Я беру еще кусочек такого же пластика, размечаю и вырезаю вот такую еще одну деталюху. Мы будем создавать объем за счет пластика, склеенного с пластиком, то есть утолщение. Для этого нам необходимо воспользоваться тем же секундным клеем. Так, получается вот такое утолщение. И все, что выступает за габарит, это без разницы, все будет подпиливаться, подтачиваться. И на бока, на бортики, вот на эти мы тоже сделаем кусочки.
Ну, как итог, у меня получилось вот такое вот ковшеобразное кресло. Ничего сверхъестественного здесь нет. Было все идеально, за исключением покраски. Покраска, конечно, такая, мягко говоря, средняя. Крашу я не настоящими модельными красками, а вот этим вот фуфлом. Кто-нибудь явно уже такое видел или пробовал. Краска это говно. Она, конечно, дешевая по сравнению с модельными красками, но это кокулька. Так что вот такое вот кресло. Так, теперь нам нужно изготовить нам нужно, в общем, ремни безопасности. Спортивные буду делать на 4 точки, не на 5. Для этого мне понадобится, кто-то каждому может сделать по-другому, я возьму от старых, в общем, компьютеров вот такой вот шлейф. Он хорош тем, что он поделен на, так скажем, проводки, на вот эти, на полоски, и легко режется строго определенной ширины полосками. Удобно делать разную ширину. Из него я, соответственно, сделал вот такие вот полосочки. Они покрашены. Потом я использовал вот такой вот ремень женский. Я для того, как давно в обзоре, в общем, показывал этот ремешочек. Я из него сказал, что буду делать всякую фигню. Достал я отсюда вот эту металлическую пумпочку. Выглядит она вот таким вот образом. Я их выпрямил и разогнул крест-накрест. Эти сами скобочки, которые зажимаются. Это будет у меня якобы замок сам на ремнях. Также я использовал вот такую вот обычную медную тонкую проволоку. И как итог у меня получились вот такие вот ремни безопасности. Не сверх круто, но в принципе, если смотреть вот сейчас на камеру, конечно, какие-то косяки видать, но в реалии смотрится очень даже круто и реалистично. Выглядеть это будет теперь в итоге вот таким вот образом. Так. Так. Ничего не приклеил, потому что у меня, по идее, челдобека надо будет туда этого сажать. Если его сажать, вытаскивать, то, соответственно, нифига у меня не получится. Он будет невытаскиваемый. Несъемный. А мне это не надо. Я пока сейчас продемонстрирую, а потом в дальнейшем уже когда-то доделаю это окончательно. Сейчас это не зафиксировано, поэтому непонятно. Так что вот такой вот чувак. Вот такие вот ремни безопасности. Всем, кому понравилось, не забывайте поддержать видео с лайком. Обязательно ставьте комментарий, что вы думаете о моем кресле, о ремнях безопасности. Всем спасибо, пока, с вами был Сами с Усами. Подписываемся на канал. Будет еще много интересных советов. Пока.